В Ярославской области сотрудники полиции обезвредили банду автомобильных воров. Как полагают сыщики, за несколько месяцев члены организованной группы угнали в Ярославле больше двух десятков автомобилей. Сегодня двое обвиняемых предстали перед судом. Еще один на заседание не явился. В Красноперекопской прокуратуре пояснили, кражи совершались ночью, выбирались в основном отечественные марки, оставленные во дворах. Роли среди участников были четко распределены. Для вскрытия замков использовался обыкновенный слесарный инструмент. Украденное авто перегонялось в семи Братова для разборки, затем снятые детали продавали. По материалам уголовного дела общая сумма ущерба превышает 1,5 миллиона рублей. Задержали подозреваемых на трассе в Гаврилов-Ямском районе. Сопротивления они не оказали. Подсудимые вину не отрицают. Уголовное дело будет рассмотрено в особом порядке. Трем жителям Ростовского района вменяется совершение ряд преступлений. В общей сложности 21 преступление совершено, из них 10 преступлений совершено в соучастии. Двое непосредственно находились на месте совершения преступления. А второе лицо, которое являлось гражданином Таджикистана, оно сопровождало данных двух других соучастников преступления к месту, где, соответственно, впоследствии осуществлялась разборка транспортного средства.